Меня уже задолбали эти видео по типу «Как рычат мои драконы?» Олег Бебрович. Привет, я Рокер. И спасибо, что нажал на это видео в рекомендациях. Короче, я решил максимально точно повторить второй день из игры в кальмара, а именно игру в сахарные соты. Немного побегав по городу, я нашел формочки для сахарных фигур, большие иголки. И продавец почему-то решил, что я их беру для магии вуду. Типа, а для чего? Ну там это... Крести, карамельки. А, для магии воду, ну да, я поняла. Да нет, мне не для магии воду. Да ладно, у меня вообще вот такая игла для вас есть, могу предложить. Она реально предложила мне вот такую иглу, чтобы тыкать в кукол. Сейчас популярна магия вуду или я что-то не понимаю? А еще я очень долго зачищал железные баночки наждачкой, чтобы они выглядели один в один, как в Дораме. Нашел маску, и мы еще 8 гребаных часов пытались повторить с Викой эти леденцы, чтобы они были красивыми. Они ломались. Они трескались. Они перепекались. И в итоге у нас все получилось. А это леденец-импостер. Тот, кому он попадется, проигрывает раунд. Все перечисленное делалось для того, чтобы ты увидел то, что произойдет дальше. Игра начинается. Приятного просмотра. Участник номер 001. Милскел. Участник номер 067. Вэл. Участник номер 456. Рокет. Участники за отведенное время должны достать форму из леденца. Тот, кто не справится, получает удар током. Блин, так страшно! А если бы не голый дед на кофте, было бы... Я люблю Рика и Морти. У тебя голос, как в озвучке сериала сейчас. Реально. У вас тут неправильно. А вы меня не убьют. Извините, я вам поправлю. А то у вас чуть-чуть зазорчик. Тихо. Тихон. Претенденты, участники, выбирайте. Я выберу. А стоп! Нет. Очень хрупкий, повезло вам. Мне достается это, потому что я бомжиха. А так можно быть? Если мы сейчас разобьем еще не достав, это считается за то, что мы их разбили, мы получаем удар током. Поэтому... О нет! Поэтому... Как вы думаете, выжила ли оно? Нет. Как вы думаете? А прикинь, это идеальный круг. Идеальный зонт. Кошка залезла на... Ой, а что это у вас? Опа. Идеальный квадрат! Что за хрень? Вы это видели, брат? За что? Ему показывай. Вот. Всем спасибо, я вышел. Поздравляю. Ну, ложки вперед. Теперь открывает Полин. Полин такая тоже. Давай. Нет, больше не надо. Там Антону повезло с хрупким. Я не могу открыть. Знаешь, как звездочку открываю. Мне кажется, я сломала. Чисто русская. Сейчас мы узнаем, что находится у меня. Я бы вот так хотел. У меня самое сложное, это самый непродавленный круг здесь. Честно, очень интересный ролик. Очень сложная игра. Я не знаю. Лизать. Ты реально будешь лизать? Я буду лизать. Я попробую иголочкой. Не, вы, конечно, странные люди, если честно. Кстати, вкусный ролик получается. Блин, я забыл, что у нас шок еще. А если мне иголка сломается? Полина! Я ничего не вижу в этой маске. Уже не все хорошо. А я ем сахар. Да ты приложи, потом ударь. А, блин, я не то нажал. Я подумал, ты уронил что-то. Посмотрите, какой волк. По-моему, самое эффективное это лизать. Как она реально так сломалась? Они вот, я говорю, я ничего не делала сама! Это шейкер! Если бы у меня был колокольчик, я бы умер в ту же секунду просто. Мне квадрат было повезло. Как хорошо это получилось. 2 минуты осталось! 2 минуты у меня еще нифига не готово! На
самом деле с кругом намного проще. Я не знаю, почему же они так сильно палятся. Я боюсь. Я боюсь его метить. Не бойся, я взял, как мужик. Он грызет. А то в правилах ничего не было. Дорогой сотрудник, не бейте, пожалуйста, Женю. Дорогой квадрат. Дорогой квадрат. Ты слышишь? Что-то на китайском. Говорит на корейском. Да у меня целое, смотрю, у меня целое. Женя, минута. У меня минута! Не отвлекайся. Минута осталась. Ага. Смотрите, грызет. Да сейчас у него лопнет под конец. Да. Или таймер закончится, слушай. 29. Нет! Ну целым. Я вижу, 60% не подписаны на канал. Подписывайтесь. Ты добавляешь, что ли? Не добавляй, это не попыт. Я проверяю его нервы. Ну это так обидно, вот такая вот фигурочка идеальная была, и одна сторона была немножко тоньше, чем остальные. Так, мы ждем раунд, типа мы такие серьезные. Амогус. 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 Я первый беру. Я второй. Ну что взяли-то? Блин, твое. Блин, открывай первое. Сейчас лоб сломает, да. Чё опять за фигня? Что это? Это грипп? Я его ем. Что? Что это? Это... Вот такие формочки были, такие взял. Это ракушка. Ты откуда это вытащила, блин? Угадай. Так, теперь открываю я. Что? Звезда? Звезда. Это не звезда даже. А у меня... Антон какой-то. Мне просто квадрат, привет, квадрат. Полин, давай, если ты первая закончишь, ты мне зажигалку дашь. А ты мне что за это? Ты знаешь, где эта зажигалка была? Я бы на твоем месте подумал. Начинаем. 5 минут таймер пошел. Ой, как за... горячее! Да, да ладно. На самом деле, я хочу попробовать новый лайфхак, который ребята почему-то не пробовали. Мистер Квадрат. У тебя, подожди, неровно, смотри, вот эти вот на тебе вернулись. Обсосите. Антон справился. Как это сделал, Антон? У него квадрат, у него хороший. Не, не ломается хорошо. Я не понимаю, почему вы не ломаете. Этот понятно, почему не ломает, у него звезда. А ты да можешь сломать. Попробуй. В прошлый раз так же ломала. Не, попробуй поломать. О, как у меня плохо тут все. Как плохо. Может, проще удар током получить? Мухлюем. Где отсюда? Ну не получится, я буду лизать сейчас. Я пойду руки помою. Ну не пролежу ее настолько сильно. Лежите, а я буду подбадривать. Давай. Лежи. Женя опять допускает ошибки тем, что он кусает. У меня в роботе все получалось прекрасно. Мистер Квадрат. Нет, ничего ты не заметил. Вот, у меня цельное все. Мы были близко. Номер два. Номер два. Я номер один. Ты обоссался, что ли? Мне не получается, сейчас проиграю. Полина, давай, еще 2 минуты у тебя есть. Типа зажигалка была. Ты можешь поломить, я думаю. Отломить, да? Прилипло. Мистер Квадрат, она проиграла. И этот дурак обломал там уголок. По-моему, они двое выбыли. У меня нет Джокера. Мы его бьем. Жень, мы его бьем, у него нет оружия. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. На. Всех перебью нафиг! А как у него там в жопу пистолет-то поместился? У меня есть предложение взять и остатки печенья дать вам, вашим детям, вашим внукам. Ты сейчас прикалываешься. И $100 сверху. Дешево. Я сбегал! Я не хочу получать второй удар током. Придется. Наказание, ты должен сам себе прислонить. Он у меня улетит в космос. Между ног. Правую руку.
Не в педо. А в шею, шею давай. Угу. Я боюсь, подожди. Давай боюсь. Дима, да ты не нажимай. Нажимай, Дима. А что ты убираешь? Да, страшно. Нет. Фу-ё! Что-то на корейском. Я чуть-чуть ударила, как будто. Это просто чуть-чуть ударила. Прям вот сюда, в нерву, так вот. Что попадется в следующем раунде? Квадрат. Хватит болтать, быстрее. Антонио, это вам. Мне кажется, они что-то подтасовали. Сейчас уже не квадрат будет, да? Нет. А кто хочет вот так вот сделать? Я сейчас посмотрю, какая у меня фигура. Круг. Круг. Михаил Круг. На галимлю. Купола. Рядом чудотворный. Крест с иконами. Тут не крест, тут чудотворный. Кол. Колба. А у меня и квадрат, что ли? Импостер у тебя! Что? И утешительный приз. Это импостер. Что значит импостер? Импостер это я значит... выиграл, получается. Это значит наоборот, что тебе нечего вырезать. Здесь на игру. Что делает? Сейчас круг сделает. Квадрат, квадрат. Квадрат. Я начинаю видеть форму немножко вот здесь вот. Как будто бы. Нет, показалось. Хорошо. Хорошо вылежишь. Имею в виду, так очень легко поломать. Належи, чтобы у тебя грань вот эта вот тончилась. Я так сейчас пытаюсь сделать. Иголка для чего? А попробуй с другой стороны иголкой. Если проткнешь, то хотя бы язык. Пополам, если я иголкой попробую проткнуть. Я бы на твоем месте с другой стороны тоже бы полезал, чтобы там слюна была. И получается, потом она пробьется, и ты иголкой сможешь. Там долго слюна, если будет, то она растворится. Быстрее! Да не получается у меня. У тебя потихоньку она утончается. Слюной. Золото ищешь. Квадрат, ты очень-очень криповый. Ну ты что делаешь? Не отвлекай участника. Смотри, смотри, смотри. О-о-о. Мне появляется грань вот здесь, вот с этой стороны, снутри. Не знаю, куда лезать. Ты тоже поскинь. У тебя тоже язык устал уже? Да. Слушай, у тебя получится, если ты будешь... Смотри, как у тебя. Это выглядит отвратительно. Слушай, они борются за свою жизнь. Можно быть и отвратительным. А можно быть, как я. Обоссался. Не, не то. Ладно, я чуть-чуть. Сейчас уже никак лопнет пополам просто. Я уже вижу это. О, отпало! Руководство должно знать. Так, 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 так. Наконец-то иголка. О, я насквозь, насквозь. Вот, вот, дырочка есть, чувствуется, просвет. Жень, 3 минуты осталось. 3 минуты, да, очень мало. Ууу, хорошо, хорошо, хорошо. И колокольчик, сам бубенчик, как мне сломать? У меня какой-то плохой круг. Покажи, покажи. Может, это считается? Так это считается. Да, да, так вы сдавали там в фильме. Это считается, Полина сделала. 2 минуты. Остался только Женя. Так, не торопись, не торопись, у меня еще 2 минуты есть. Блин, у тебя шикарно все. Я отлизала. У меня очень мерзкая вот эта вот пимпочка. Это как зонтик, по-моему, сделать. Блин, зонтик это вообще сложно. У тебя всего лишь колокольчик, слушай. На зоне таких делают, знаешь. 1 минута осталась. Минута, минута 10. Ой-ой-ой. Угу, угу. Все. Не все. Все. Не Женя, все. Женя не успеет сейчас. Она толстая очень. Ты делаешь. Чуть-чуть, ты просто видишь, что он делает там своим языком. Посмотрите просто. Дети, да. Правильно, правильно, правильно. Че, разломал? Нет. Женя. Я ожидал этого очень долго. Чуть-чуть, ты так отпустил. Я вверху смог сделать. Ну тут очень толстая была внизу часть. Квадрат я сделал, я сделан. Ты обмануть кого-то пытаешься?
вас перчатка дырявая, сэр. Так, получается, в этом раунде только я просрал? Да. Какого хрена? У кого-то будет сахарный диабет. Тридцать мощный. Жесть! Антон, у тебя импостер был. Так у меня импостер, но мне не дали. У тебя был импостер. Нет, я потом сделал. Был маленький шанс, что тебе будет импостер. Слушай, маленький шанс, вы сами познаете. Так, это Антон, это Женя, это Полин. Вика, Вика у меня отваливается. Кто там? Ой-ой-ой. Нам нельзя снимать маску. Уволен. Ну да, уволен, убьют. Почему дали? А нефиг маску снимать. У меня в мыслях вообще не было идеи, что кто-то будет трясти, типа сбивать как-то это все. Женя перед съемками. Аккуратненько. Мы так их бережно, так нежно выкладывали. Женя перед съемками. Аккуратно, ребят, это очень... Это оно ломается от малейшего прикосновения просто. Да, ты чего? Я поцентрюсь. Ой, как рандомно это получилось. Давай поменяемся. Давай поменяемся. Получилось. Подожди, я пока посмотрю, я хочу звук дать, если что. Нет. Много, да? Нет. Да. Они все прочные, по-моему, сейчас были. Ну я пошла! Что там было? Там что мясо теперь. Там какой-то якорь был. Якорь? Ну и что там было? Это что вот первый груша, раз. Груша. Груша. Я потрясу ее. Есть еще печенька, нет? Ты думаешь, она соберется обратно? Сейчас хоп, а там скульптура такая. О, красиво вроде. Хочешь конфетку? Удачи. Удачи, давай, кулачок. Бам. Все. Сидишь шокером. И теперь мы с тобой остались вдвоем в конце, в финальном раунде. Один на это. Я подумал, тебе пополам уже порезал. Я такой обрадовался. Колокол. А тебе опять колокол. А у меня? Звезда. Фак. Вот звезду не обломаешь. Ну я сам хотел на самом деле, типа, уже хотел бы хоть немножечко поиграть. Я хотел хоть раз выжить. Пожалуйста. Ой, тут же тут бумага осталась. Я не смогу вылизывать его. Вообще, ребят, смотрите, какая красивая мне досталась форма. Последний левел, последний уровень. У меня звездочка дебильная. Кстати, в прошлый раз, когда я сделал вот так. Как мерзко вообще. Мне помогло в прошлый раз это сделать, потому что я смог сделать мешки канавы про... Канавы! Иголочкой. Канава! Очень слабо просвечивается, прям очень. Как у тебя прогресс? Нормально. Я на самом деле знаю, как сделать иначе. Я знаю твой способ. Нет, Антон, лучше не рискуй. Я бы на твоем месте полезал. Потому что... Подожди, стой. Ты совершаешь ошибку. Это считается? Это считается. Покажи. Ну что-то у вас звездочка неравномерная. Давайте дадим Антону еще маленький-маленький шанс. Еще один. Звезду ломать, это прям... Я вспомнил, в прошлый раз же у меня колокол был. Сволота ты какая. Шестиугольник. Женя что-то старается. Иголку я стараюсь, потому что у меня очень хорошо прогресс идет. Очень хорошо, ребят. Иголку не засоси. Ой, она какая-то бракованная, с бумагой. Бам, сломается плечо. Нет. Осталось 1.5 минуты, быстрее. Треснул, как красиво, кстати. Идеально. Ой, спасибо, мистер Квадрат. Трындец, ему совсем чуть-чуть осталось. Я, походу, справлюсь в этом раунде хоть раз и реально, типа, по-правильному сделать. Я сейчас пополам так. Нет, не подмигивай по линии. Я все вижу. Вы что тут меня окружили все, как будто все красные? Ты задохнешь сейчас раньше, чем я это закончу. Так дышать в этой маске. Я сделал идеальный... Смотри.
если вы еще не подписаны на канал, обязательно нажимайте кнопку подписки прямо сейчас. С вами были Rocket, Milscale, Well и... Ой, нет! Пока, молчата!